сажать отечество. Таков проект стеснительного юноши из центра Э, косящего под вражеского Борна. Его подружку-стервочку увел нацбол. Осталось с раздражением смотреть футбол и яростно дрочить под звуки порно. И служба омерзительна, и хань не прет, начальство круглосуточно мозги ебет то Путиным, то Штатами. Атака газдеповских кондитеров на нашу власть позорно и решительно не удалась, отъехав в околоток с автозаком. Ритмичная пульсация от стен Кремля навязчиво доносится со звуком «бля», чеканя шаг чекистскому конвою. По радио «Москва-ФМ» звучит релакс. А это значит, Путин, Гитлер и Карл Маркс приказывают сдохнуть под Москвою.